Актер и немного певец Ануар Нурпейсов, отыграв в фильме «Он алты кыз», решил, что наступило время постигать что-то новое. Как признается Ануар на своей официальной страничке, с 21 июля он изучает искусство игры на ударном инструменте кахон. Кстати, этот инструмент в 19 веке придумали грузчики-рабы, используя коробки для фруктов, поведал Нурпейсов. На фото актер запечатлен вместе со своим учителем Хасаном Мацаевым. Ждем нового звучания в коротеньких и веселых песенках. Давно их, кстати, не было.